все больше и больше компаний вступают в игру современных технологий. Модернизируют все, от стиральных и сушильных машин до кухонной раковины и даже лестницы с балконом. Теперь весь ваш дом может называться умным. Каждый уважающий себя стартап обязан придумать что-то новенькое и необычное, и у них это получается. Поэтому сегодня мы покажем вам нестандартные идеи планировки дома. Invisible Sink. Наконец-то дизайнеры придумали что-то действительно необычное. Невидимая кухонная раковина исчезает, когда ею не пользуются. В обычное время она выглядит как столешница. В зависимости от модели раковина управляется жестами и не требует контакта или же срабатывает после включения воды. При активации раковина опускается вниз, а когда она не нужна, возвращается в исходное положение. Подобная разработка идеально подойдет для кухни с минималистичным дизайном, а также станет настоящей находкой для небольших квартир-студий. Поскольку в большинстве современных домов жилое пространство и кухонный остров объединены в единое целое, то такая раковина выступает в роли предмета интерьера, а не просто кухонной мебели. Бассейн в номере. Иногда хочется добавить изюминку в интерьер, особенно если на нем планируют зарабатывать деньги. Так отели в Греции начали делать бассейны прямо в номерах. Теперь не нужно выходить из номера, ведь бассейн может быть прямо в комнате или на балконе. Подобное решение стоит немалых денег, но привлекает сотни тысяч туристов. Интересно, а насколько прихотлив в уходе такой бассейн? Einix Bed. Кровать Einix представляет собой двуспальную версию со встроенными жалюзи, внутренним светодиодным освещением красного, белого или синего цветов, секцией для напитков, диспенсером для ароматерапии, видеопроектором со складным кронштейном для установки телевизора с плоским экраном. Кроме того, она также имеет внешнюю подсветку, позволяющую создавать настраиваемые по цвету и интенсивности световые шов в спальне. Кровать Einix является прекрасным решением для любителей комфорта и конфиденциальности, полностью изолируя пользователя от внешней среды и обеспечивая оптимальные условия для релаксации. Einix имеет сборную модульную конструкцию и поставляется в комплекте со всеми необходимыми крепежными деталями, инструментами и доступной инструкцией по монтажу. Автором кровати является польский дизайнер Патрик Саларчик. Интерактивный пол. Соединение цифровых и проекционных технологий делает объект интерактивным. Интерактивный предмет имеет функцию управления изображения с помощью движения, что реализуется при перемещении человека под лучами проектора, от движения руки или домашнего животного. Система интерактивного пола с красивым изображением или световыми эффектами запускается при малейшем движении в освещенной зоне. Картинка начинает перемещаться подобно динамическому ковру, представляя человеческому взору запрограммированный вариант изображения. Делают такие полы, как правило, в развлекательных центрах или отелях. Но как вариант для детской комнаты, они тоже вполне подходят. Топ Брюер. Для тех, кто устал от приевшихся кофеварок дома и кофематов в офисных помещениях, датчане из Scanamed спроектировали и сделали оригинальную кофемашину Top Brewer. Сенсорная панель управления, всего один металлический кран и подставка для чашки. Все остальное скрыто от посторонних глаз. А выбору напитков позавидуют лучшие рестораны города. Кофе, чай, соки, вода, газировка, молоко, горячий шоколад и другие. Поэтому кофеварка названа таковой лишь условно. Кофемашина полностью может управляться и программироваться через специальное приложение. Теперь сделать любимый напиток можно с точностью до секунды и не ждать те самые долгие 45 секунд до первой чашки кофе. Фирменное приложение позволяет точно задать время приготовления конкретного напитка или же заказать через магазин недостающие ингредиенты для приготовления. Вот оно, будущее в действии. Bloomframe. Некая голландская компания представила весьма инновационное архитектурное решение – Bloomframe. Это окно, которое при необходимости может трансформироваться в балкон. Такое окно-балкон может быть установлено в любой оконный проем и будет отличным решением для квартир, вообще не имеющих балкона, а также сможет немного увеличить площадь самой квартиры. Никогда не обращали внимания на то, что у многих зданий часто нет элементарного балкона. Вот в таких домах иногда единственным решением служит установка окна Bloomframe, которое легким движением руки или ноги превращаются в самый настоящий балкон. Балкон и стекла предусмотрительно сделаны прочными, так что эффект получается не слабый, будто стоишь в воздухе. Для слабонервных есть модель с полностью металлическим низом. Folding Stairs.
Немецкий стартап разработал простую альтернативу обычным лестницам – складные лестницы, которые можно прислонить к стене. Модульная конструкция позволяет вам создать конструкцию, отвечающую вашим индивидуальным потребностям. Он быстро устанавливается или демонтируется, поэтому вы можете легко взять лестницу с собой на случай переезда. Каждая ступенька крепится к боковой панели с обоих концов, поворачиваясь на 90 градусов вокруг встроенных осей вращения. Всего одним плавным движением лестница раскладывается от стены или снова складывается. Когда она не используется, она прислоняется к стене. Всего 3 сантиметра толщиной, она выглядит гораздо менее навязчиво, чем многие стандартные картины и фоторамки. Вы также можете сделать углубление в стене, чтобы получить полностью ровную поверхность. Warren Duff Hidden Kitchen. Кухонные гарнитуры – отдельная ниша в сфере умной мебели. Существуют как типичные трансформеры, которые в сложенном положении позволяют экономить полезную площадь помещения или просто растворяются в интерьере, так и технологичные кухни с возможностью управления встроенной техникой через мобильное приложение. Например, немецкий производитель Warren Duff предлагает кухню-невидимку Hidden Kitchen, которая наверняка понравится всем, у кого кухня объединена с гостиной. Нажатием одной кнопки гарнитур можно спрятать за складывающимся фасадом, который оформлен в общем интерьерном направлении. Кухня прячется за металлической стеной с декоративным налетом ржавчины. Уверены, парочку подобных идей можно успешно внедрить в нашей жизни. Надеемся, вам было интересно. До встречи, друзья!